Всем привет! Сегодня мы запишем тренировку для людей, которые только хотят начать ходить в тренажерный зал. Для того, чтобы мышцы лучше откликались на работу с отягощением, нужно иметь некую базу. Выглядит она следующим образом. Необходимо подтягиваться 12-15 повторений, отжиматься от пола 40-50 повторений и отжиматься на брусьях от 20 до 25 повторений. Если данное количество повторений вы не осилили, то с отягощением вам заниматься еще пока рановато. Сейчас я вам покажу тренировочный план, который поможет вам спрогрессировать. Первое упражнение в нашей тренировке – отжимания от высокой скамьи средним хватом. Выполняем 3 подхода на максимум. Следующее упражнение в нашем списке – отжимания от пола средним хватом. Также выполняем 3 подхода на максимум. Далее переходим к упражнению отжимания от пола средним хватом, ноги на высокой опоре. 3 подхода на максимум. Четвертое упражнение в нашем списке – отжимания от пола широким хватом, ноги на высокой опоре. 3 подхода на максимум. Далее отжимания на брусьях. 3 подхода на максимум. Завершаем тренировку подъемом ног в висе на турнике. 4-5 подходов на максимум. Тренируемся через день. Стараемся прогрессировать, прибавляя минимум одно повторение в каждой последующей тренировке. Можно прибегать к помощи партнера.